Да, ребят, так, как меня слышно? Вот, ну, пока еще все подключаются, я тоже расскажу небольшую предысторию. Вот действительно, Юра прав. Когда мы готовили этот квиз, планировали, что проведем его в декабре. Мы ожидали, что обещанный девятый релиз состоится в конце ноября, что мы уже на всем готовеньком, на всем проверенном, уже построим вопросы, и все будет хорошо. Вот, но на самом деле еще есть майлстоны, над которым команда Angular работает, вот. Так что мы еще ждем, но все равно, почему бы не начать к этому готовиться. Вот. То есть здесь будет, во-первых, вот скажу, что действительно вопросы, как по мне, довольно сложные. Вот, то есть я восхищусь человеком, который сможет вот, действительно на них все ответить, я прям завидую победителю, вот, насколько, надо быть крутым, чтобы сразу так ответить. Вот. А основная цель моя была, когда я это готовилась, это больше поделиться с вами какими-то библиотеками, которые могут использоваться в Angular, какими-то технологиями или фишками, или что вы можете, например, сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к апдейту на девятую версию. Так, 43 плеера у нас, 44, отлично. Вот. Хорошо, давайте я сейчас единственное проверю, как мы переключаемся на презентацию. Вот так. Угу. Все, супер. Кстати, еще насчет нашего приза. Интересная история. Я узнала об этом только вчера, какой будет приз. И мне сразу вспомнилось то, как я подошла к рабочему столу своего первого начальника. Вот ребята, кто из моей компании знают, это такой Вася Ивашин был. Вот, и я заметила, что у него была не обычная мышка и клавиатура, как у всех, а вот это. Да-да-да, и я подумала, боже, он такой крутой. И вот теперь, когда вчера я узнала, что вот такой будет приз, подумала, вот кто-то станет крутым сегодня, ребята. Да, станет начальником. Окей. Да, теперь стартуем. Давайте. Опа. 13 вопросов. И первый из них. Почему же называется Angular? Почему такое название? Угловая архитектура, использование скобок в HTML, имя первой собаки-создателя Angela, использование фигурных скобок для интерполяции. Ну? Так. Ого, интересно. Угловая архитектура. Ребята, кто может пояснить, что это значит? Как обычное приложение только что. Вот, но на самом деле действительно это использование угловых скобок в HTML. То есть действительно их довольно много, а уже template syntaxis Angular, он как бы накладывается сверху. Вот. Кто-нибудь знал об этом, кроме меня вообще, слышал раньше? Поднимите руку. 8 человек. Или догадались? 8 начальников. Ну, похоже, больше, что догадались. Вот. Ну, окей. Давайте посмотрим, кто догадался быстрее всех. Так. Угу. И это был Поветра. Где Поветра? Это победитель нашего прошлого квиза, самый быстрый. Выгнать из зала. Да, наверное, владеет каким-то секретом. Ну, посмотрим, будем следить за Поветра. А? Админ? Может быть, может быть. Посмотрим. Хорошо. Переходим тогда к следующему вопросу. Дальше уже, по-моему, будет сложнее. Вот. Для чего нужны schematics? Уже упоминали. Рисовать архитектурные схемы, улучшать конфигурации проекта, автоматически вносить изменения в проекте, либо для отладки кода. Да, вопросы сложные, так что подумайте. Грегор как раз сегодня упоминал про schematics.
Вот, и говорил, для чего нужны. Ага. Ну и вот, это помогло. Большинство догадалось, что это действительно автоматически вносить изменения в проекте. Давайте посмотрим. Вот этот пакет. Вообще, ребят, кто пользовался этой библиотекой? Поднимите руки. Угу. Окей, пару рук. Но на самом деле гораздо больше людей может поднять руку, потому что Angular CLI, которые все хоть раз пробовали написать NG New App, она внутри использует Schematics для того, чтобы генерировать компоненты, генерировать сервисы и прочее. Вот. А для тех, кто не сталкивался, что это такое, на самом деле на официальном сайте все подробно описано, то как оно используется для Angular CLI. Здесь есть ссылки, презентация потом будет расшарена. Вот. Но кроме того, есть еще возможность создавать свои собственные, вот, authoring schematics, свои собственные для каких-то специфических нужд проекта. Если у вас какие-то там конвеншены, и вы хотите автоматизировать работу, которую ваши девелоперы делают каждый раз. Вот. А также, что очень клево, это можно написать для… если вы являетесь автором какой-то библиотеки, вот, вы можете написать схематики для того, чтобы пользователи могли добавлять ее при помощи Angular CLI. Добавлять ее, обновлять, вносить какие-то изменения. Вот. То есть если говорить подробнее, Schematics позволяет в рамках Angular устанавливать и обновлять библиотеки, потом генерировать новые файлы, это компоненты, сервисы, правильно? А также, что очень клево, это рефакторить существующие файлы. То есть представим, если вы автор библиотеки и внесли какие-то изменения, например, заменили какой-нибудь API с одного на другое. И вместо того, чтобы заставлять пользователей вашей библиотеки пойти и ручками зареплейсить все эти юзаджи, вы можете написать инструкции, которые сделают это за ваших пользователей, то есть автоматически зареплейсят все использования при помощи одной команды. Вот ваши пользователи напишут ng-update, и все произойдет за них, у них будет рабочее приложение. Вот. Из особенностей это самое клевое, то, что отсутствуют сайд-эффекты. То есть что это значит? Например, если в своей некой инструкции вы описали набор каких-то действий, то есть, например, идет переместить этот файл из одной папки в другую, в этом файле внести такие-то изменения, а потом в этой директории создать новый файл. Да? И последняя операция у вас фейлится из-за того, что в этой директории уже существует файл с таким именем. Вот. И если бы сайд-эффекты присутствовали, допустим, оно зафейлилось, и первые две операции остались. Но нет, схематики они заимплеменчены в очень таком безопасном режиме. То есть изменения к файловой структуре текущей, они не применяются до того, как провалидированы. То есть как только каждый из n-степов провалидирован, что он может быть проделан, и он не зафейлится, только тогда оно применяется. И на полпути у вас эти изменения не застрянут. Вот. Ну, это, конечно, хорошо, это теория. Вот. Для тех, кто никогда не видел, как оно выглядит внутри, ну, опять же, картинка, конечно, взята с официального сайта. Вот. Если вы хотите определить какую-то схематик, вы ее добавляете в collection. Вот здесь она называется Hello World. Вот. И для нее определяется factory. Здесь указывается путь, где она лежит, и название функции. Функция — это некий rule, какое-то правило. То есть что должно быть сделано, когда эта команда ранится. Вот. Этот rule он оперирует 3. 3 предоставляет виртуальную файловую структуру. То есть использование вот этого 3 и применение модификаций не напрямую к файловой системе, а через него — вот как раз и позволяет провалидировать, что все, оно, что все будет в порядке. Вот, то есть принимает 3 этот rule, модифицирует его как-то, добавляет, рефакторит файлы и прочее, и возвращает уже промодифицированный. Вот,
Также можно задавать набор каких-то параметров, которые будет ваш Schematic применять. То есть, например, те, кто пользовался Angular CLI, уже, наверное, хорошо помнят, что как только вы раннете команду ng-new app, вас спрашивает, а хотите ли вы добавить роутинг? И вы отвечаете, да, нет. А какие стили вы хотите использовать, какой тип? Там вы выбираете из набора функций. Вот. Также вы можете для своей Schematic добавить такой промпт, вот, и дальше его использовать. Например, вот мы здесь имеем name. Вы можете определить шаблон какого-то файла, который, например, своего сервиса, который вы хотите генерировать. Вот. И это имя будет использоваться в нем. Так. Ну, надеюсь, кто не сталкивался со схематиками, стало теперь немножечко понятнее, как это выглядит и что, и будете держать в уме. Вот, а теперь посмотрим, кто у нас лидирует, что по ветру. Ну, смотрите, действительно успел. Вот, но недалеко ушел от Серджиксон. Это кто, если я правильно читаю? Прошу прощения. Да. А что это было? Окей. Окей. Ну, так, в итоге, где наше второе место? Кому пожелать удачи? Ну, хорошо, догоняйте. По ветру держись. Так, давайте перейдем теперь к следующему. Что означает вопрос в заперти object.property? Как это называется? Optional chaining, multiple chaining, mega chaining? 42. 42. Всегда рабочий ответ. Так, сколько у нас? 44 ответа. Отлично. Супер, все догадались, что это optional chaining. Да, multiple chaining не совсем. Не совсем оно подходит, конечно. Ну вот 42, два человека, ну, да. Но это всегда правильный ответ. Вот, но тут не так. Вот, для тех, кто не сталкивался или, не знаю, не пользовался другими языками программирования. Вот, например, я как full-stack developer, который на бэкэнде использует C-Sharp, я обожаю эту фичу. То, что если у вас где-то глубоко лежит property, которое вам нужно, вы можете достать его в одну строчку. И нету никаких ошибок, что выскочит exception, либо вам не нужно делать какие-то стрёмные проверки. Все можно записать в одну строчку. Вот. И эта фича, она идет в TypeScript 3.7. Вот. Также с ней вместе идет оператор двумя вопросами. Я не прочту название правильно. Ну, лишь холестин, да. Но сложно. Вот. Но тоже из шарфа, на самом деле. Вот. Очень удобно, если вам нужно, если ваш объект undefined или null, если вам нужно передать дефолтное значение после него. Вот. Также улучшенная поддержка функций, возвращающих never. И Грегор как раз сегодня упоминал про них. Вот, ребят, кто вообще использует их у себя в проекте? Поднимите руку. Вот именно так. Во, уже используете. Ничего себе. Ну, крутые. Вот, потому что я на самом деле сама не пользуюсь, вот, но мне кажется, может быть полезным во многих. Вот, ну, из таких еще, это что мне показалось интересным в этом релизе, можно добавить коммент в самое начало файла, если вы хотите там сделать какую-то дичь. И вот этот вот TS NoCheck, он позволит это все избежать, всех подчеркиваний. Вот. Ну и из мелочей тоже приятных — это форматор, который будет добавлять вам точку с запятой. Вот. И, к сожалению, в Angular 9 не войдет. То есть там будет только TypeScript 3.6. Вот. По слухам, возможно, появится в 9.1. Вот. Ну, очень надеюсь, потому что супер удобно. Optional chaining — это моя любовь. Давайте так. Посмотрим, что у нас после этого вопроса, как ситуация. Ну, блин, у нас точно нарисовался начальник, да? По ветру, но посмотрим. Сержиксон тоже близко. Макс Ф, так тоже.
Привет, удачи, догоняй. Давайте перейдем тогда к следующему вопросу. Какой селектор формы удален в Angular 9? Да, ng-form, ng-form без дэша, form, angular-form. Сложно знать. Если знаешь, ответишь, но можно и догадаться. Да. Так, что у нас? Ну, почти догадались, да. На самом деле я удивлена, почему ребята выбираете ng-form. Вот, в принципе, какая была причина? Причина простая. Это для консистенции наименований. Вот. То есть гораздо... ну, вообще, в принципе, в Angular все через dash наименование идет. Вот, так гораздо проще посмотреть девелоперу, который приходит ну, как бы извне, так беглым взглядом окинуть. Вот. На самом деле эта штука была взята из Angular 9 читшит, которым хочется с вами поделиться. Его подготовила команда организаторов ng-conf. Вот. Кто его уже видел? Потому что в телеграм-канал уже закидывали. Кто-нибудь видел? Ага. Ну, один человек, по-моему. Такой Илья поднимает руку. Вот. Но на самом деле рекомендую пойти по этой ссылке. Они составили список, то, что вы можете сделать сейчас, чтобы обновиться на новую версию Angular безболезненно. Вот. И, в принципе, очень много полезных штук. Так, что у нас с доской победителей? Вау, у нас изменения. Сержинцев все-таки обогнал, и Макс переместился. Окей, по ветру, ну. Что ж ты так? Давайте перейдем тогда к следующему. Какая из следующих опций ng-model становится deprecated? Да, providers, declarations, entry components, imports. Так. 34. Что, есть идеи вообще? В принципе, кто-нибудь знает или просто догадываетесь? Сложно. Наконец-то. Ну да, на самом деле entry components, кто может догадаться, почему? Нет, ну на самом деле да, entry components, она у нас использовалась же для того, чтобы обозначить какие-то компоненты, которые мы изначально не объявляем в нашем шаблоне, да, ни в каких темплейтах, а? Динамически что? Ну, хорошо, поделись. Да неправильно сказано. Не, на самом деле, ребята, вот если вы что-то знаете, мы же здесь как раз собираемся для того, чтобы делиться знаниями, вместе обмениваться, общаться. Вот. То есть если динамически это неправильно, как лучше сказать? Ну ладно. Ну если вдруг кто-то знает, если так неправильно, окей. Но в любом случае это действительно происходит для того, чтобы Angular при компиляции, когда происходит tree-shaking, случайно не выкинул эти компоненты. Юра, хочешь что-то сказать? 10 минут. Ага. Ну, это надо конкретно так ускориться, у нас там только самые интересные темы дальше. Вот. Ну, окей, тогда здесь погружаться сильно не будем. Вот. Но на самом деле, что это нам дает, это знание, оно становится deprecated, это значит, что мы становимся ближе к тому, чтобы избавиться от модулей. Вот. Потому что эта тема поднимается уже из релиза в релиз, то, что пора бы уже избавиться от модулей, вряд ли они нам так сильно нужны. Вот. И избавление от таких мест, где нам нужно что-то перечислить, означает, что уже компилятор лучше это понимает и может сделать это за нас, определить. Вот. Поэтому хорошие новости. Давайте посмотрим. Ну, отлично. Кто такой? Шоха, знаем. Поздравляем к приближению. Где у нас И? Супер, И тоже знаем.
Случайность? Случайности не случайны. Ну, смотрим. Давайте следующий вопрос. Что означает I18N? Impersonalization, immutable, lorem ipsum, internationalization. Ну, тут уже точно можно догадаться, нет? Да, я вижу подсчеты букв. Направление верное. О, супер. Ребят, кто выбрал lorem ipsum? Кто? Откуда это? Все знают, откуда это? Ну, это же, да, типичный placeholder, который не имеет значения. Это из React. А? Это из React. Это из React даже? Серьезно? Вот. Ну, хорошо. Многие догадались, что это internationalization. И я изначально была удивлена. А что такое 18? То есть что это значит? Это какая-то кодировка или еще что-то? Что это означает? А все оказалось очень просто. Между I и N 18 букв. Вот. Ну и да. Internationalization, вот эта директива, она позволяет ваше приложение билдить с разными локализациями, с разными ленгвиджами. Вот. И, в принципе, она уже существовала давно. И что произошло, это только в Angular 9 появилась новая библиотека, которая используется, вот, с новой функцией localize, которая, в принципе, дает надежду, что в будущем, вот сейчас все еще перевод происходит во время компиляции, вот, но новая имплементация, она дает надежду, что в будущем, возможно, это будет в рантайме. То есть можно будет переключаться, либо отслеживать вот изменения. И тоже хотелось бы для тех, кто не представляет, как это работает, на самом деле в других языках, в ESP.NET, мне говорили, что оно происходит примерно так же. Ну, например, я никогда не видела, как это выглядит. Вот. Так давайте посмотрим. Представим, что вы хотите, у вас есть header, hello и 18n, и вы его хотите перевести на французский. Вот. Для этого вы просто добавляете, у меня же есть указатель, вот, на ваш элемент вы вешаете такой атрибут, в него передаете значение, по которым в translation вот этих файлах можно будет найти этот translation unit. Да? То есть, в принципе, если перейти дальше, тут есть подсветка, что куда идет, то есть где-то какой-то... краткое описание, дальше description для переводчика, что это значит. Ну, ID-шник. Вот ID-шник идет сюда, чтобы найти. Вот, и да, вот этот вот файл, он генерируется из ваших всех темплейтов, из вашего приложения одной командой, которая ранится в терминале. Вот, и для того, чтобы у вас появилась новая локаль, вам нужно вот этот вот сгенерированный файл. Дальше мы посмотрим. Взять, скопировать, добавить обозначение языка, которое вы хотите, на какой вы хотите перевести. То есть тут FR — это французский, вот, для русского там было бы ru. И единственное, что нужно сделать, это после сорса, из которого идет перевод, добавить таргет. Пять минут. И все. Да. Я очень пытаюсь ускориться, но... Мне кажется, это интересно. Вот, и да, дальше добавляется в конфигурацию, и вы можете билдить и получать приложение в разных языках. Go, 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 go. Да, пробел лишний, а может, так и задумано. Окей, что у нас? Угу. Отлично. Тройка лидеров меняется, это хорошо. Смотрим дальше. Сложный вопрос. Как отработает данный код в Angular 8? Не 9, 8. Вот то, с чем вы сейчас работаете. То есть у нас будет класс bold, только класс red, оба класса, либо compilation error. Ну, на самом деле такое может случиться нечаянно. То есть, например, если у вас были какие-то мержи, с другими ребятами, и такой вот код может закрасться к вам. И, в принципе, сейчас задача, да, догадаться где-то. Просьба не загугливаться. А?
Не загугливаемся. Да, можно по-быстрому стек блиц открыть и попробовать. В принципе, да, еще целых 10 секунд. Грегор, what's your choice? Just like that. Yes. Yeah, you're right. Действительно, берется только последний. Вот, в силу того, как работает текущий компилятор. Давайте посмотрим. И почему мы об этом говорим? Потому что такие места, они могут привести к breaking change в Angular 9. Вот, потому что там это уже будет проверяться. Но вас будут ругаться, что class name и class bindings нельзя использовать одновременно на одном и том же элементе. Наш лист. 3 минуты. Да. Хорошо, переходим к похожему вопросу. Следующий вопрос будет тоже про восьмой Angular, либо ниже. В принципе, они пользуются одним и тем же рендерером. Вот, давайте. Быстренько глянем. Угу. Сержингсон лидирует все еще. И хороший отрыв. Но посмотрим, как с следующим вопросом справится. Да. Условия. Show-текст переменная, она не объявлена нигде. Она используется только в темплейте, который здесь показан. В вашем компоненте show-текст не объявлено. Нигде выше в темплейте тоже нет. А? А, можно, да. Это да. Но тут я подскажу, 2 правильных ответа есть. 2 правильных ответа, так что вероятность угадать 50 на 50. Тут шансы больше. Дивза. Нет, ну вот. Ну вот Эвка, ну а вдруг? А вдруг так? Угу. Ну хорошо. На самом деле 2 правильных ответа зависят от конфигурации. То есть, в, ну, допустим, в дефолтном моде, да, оно не покажется. Но в 9-м ангуляре, в дефолтном моде, если вы генерируете при помощи Angular CLI, у вас проставится, надеюсь, видно, вот такой settings. Это full template type check. Он не новый, то есть он присутствовал и в предыдущих версиях. Вот, но единственное, что в 9-й он стал по дефолту true. Ну и, по-моему, действительно круто. Я на самом деле раньше не знала, но мне кажется, можно увеличить вот предсказуемость поведения включением. Кто вообще использует этот флажок? Кто-нибудь у себя? Ну, как серьезно, и вы тоже? И как экспириенс? Тяжело было перейти или у вас такого и не было? Работает. Работает. Ну, мне кажется, гораздо удобнее. А? Олег. Олег, молодец. Хорошо, давайте посмотрим, как у нас таблица лидеров. Сержингсон, супер, Дэйшок, отлично. Примерно как и было. Переходим дальше. Что такое differential loading в Angular CLI? Это создание 2 разных бандлов для старых и новых браузеров, создание 2 одинаковых бандлов для старых и новых браузеров, создание 1 бандла для всех браузеров, создание 3 бандлов для разных браузеров. Так. Смотрим. 40, почти все ответили. Посмотрим. Ну, отлично. Большинство догадались, да, это создание 2 разных бандлов для старых и новых браузеров. В принципе, быстренько, чтобы посмотреть, как это выглядит. Ну, на самом деле, клевая идея — избавить новые современные браузеры, которые понимают современный синтаксис, от полифилов, в которых нуждаются только старые браузеры, и тем самым уменьшить размер бандла и загрузку, и улучшить экспириенс и прочее. Вот. Это как оно выглядит, если интересно. То есть генерируется, и разница только в noModule и typeModule атрибутах. Современные понимают, что такое type-module и используют их. Старые не понимают, используют там, где стоит no-module. То есть никакой магии. Вот. Смотрим.
Угу. Сэр Джексон. Окей, но а кто такой Ди? Где Ди? Кто догоняет? В принципе, разрыв небольшой. Давайте перейдем к следующему. Что из списка не является State Management Library? NGXS, Akita, NGRX, NGRS. Так. Сейчас узнаем. Наименования, конечно, все одинаковые. Угу. Так, кто же не признал NGXS? Кто-то не признал самый популярный NGRX. Вообще, кто пользуется State Management Library у себя на проектах? Я чуть-чуть. Окей. Они не нужны. Ну, на самом деле, хороший консерн. Ну, вообще, правильный ответ был это NGRS. Это не, такой библиотеки нет, и более того, такой библиотеки нету даже в NPM вообще. Вообще никто не использовал это имя. Поэтому если вы планируете вдруг... Серьезно? Нету? И если вы планируете написать свою State Management Library, это отличная идея для названия. Оно как раз согласуется со всеми остальными примерно. Вот. Джири. Ну, нормально, звучит. Ну все, через год будем ждать. Выходные. Ну, отлично, да. Ну, правильно, существует мнение, что это, конечно, все здорово, но в Angular, возможно, и не нужно. То есть часто склоняются к тому, чтобы использовать простой plain RxJS. Вот в презентации будет ссылка, где идет сравнение по разным параметрам, разным dimensionам. То есть это какой-то tooling, boilerplate и прочее. Вот, например, тот же самый NGRX, это, наверное, самое популярное сейчас. Вот, да, она в комьюнити на первом месте, но на бойлерплейте это третье место. Вот. И я как бы тоже, когда столкнулась, и, например, мне нужно было внести change, который я знаю, что без использования NGRX обойдется мне в две строчки кода, там мне пришлось поменять 8 файлов. Я была просто в шоке. Я смотрела на эти 8 файлов и думала, что произошло. Неужели мне это действительно помогло? Вот. Угу. Сержик, отлично. И Шоха подобрался ближе. Вот. Есть шанс обогнать. Минус 3 минуты. Да. Вот. Но у нас последний... Серьезный вопрос, это каким по счету компилятором Vue Engine Angular является Ivy? Те, кто уже участвовал, они в предыдущем квизе имеют преимущество. Вот, а вопрос первым, вторым, третьим или девятым? Всем подсказываешь. Ну, да, молодцы, все догадались. Но перед первым квизом я не знала, я думала, что является вторым. Вот, кратенько не буду останавливаться. Вот, действительно, он является третьим, в четвертом поменялся. Вот, поменялся у нас в Ivy Pipeline. Вот, теперь у нас совершенно другие инструкшены генерируются из наших темплейтов и попадают в дом по-другому. Тут вы тоже можете посмотреть, как один и тот же компонент рендерился с первым Vue Engine, вторым и с Ivy. В принципе, тут тоже есть ссылки на source. Вот, ну и тут говорится о том, что если вы апдейтните свой код на 9 Angular, который использует Ivy, и у него скомпилированный код выглядит совершенно по-другому, вы все еще сможете использовать библиотеки, которые скомпилированы с предыдущим Vue Engine. Потому что команда Angular предусмотрела такой промежуточный Angular Compatibility Compiler, который сконвертнет, скомпилирует и прилинкует к вашему коду. Так. И все, на этом серьезные вопросы закончились. Дальше будут два очень легких, хороших. Посмотрим на внимательность большего. Я думаю, все знают ответы, я надеюсь, сейчас все ответят правильно. Единственное, сейчас мы посмотрим, что у нас Сержингсон все еще лидирует, если он будет... Но еще есть шанс, если кто-то, если Шоха или... О, и Шоха, и Поветра, ну окей. Если будете быстрыми достаточно, то еще есть шанс.
Вопрос. Какой это по счету митап Angular Минск? Да. 3, 6, 9, 12. Ну. Так, ну, на самом деле, это все-таки наш, действительно, нет, 12-й, это еще идем к этому. Вот, но это наш 6-й митап. Вот, очень здорово и весело тут общаемся. Ну, хорошо, что приходите, да, можете себя уже узнавать на фотках. Вот, не забывайте присоединяться к традиции и выбираться на пиво после, не убегайте сразу. В принципе, мы тут приходим не только за знаниями, но и за общением, за новыми знакомствами, а в неформальной обстановке это лучше всего. И теперь самый последний вопрос, самый важный. И... Нет, не все ответы правильные, но вы уже все знаете ответ. Идем. Нет. Какой приз получит тот, кто займет первое место в квизе? И это крутая клавиатура и мышь от Logitech, крутая клавиатура и мышь от Microsoft, квадратная гитара с клавиатурой вместо струн, либо автомобиль. Так, 43 ответа и... Ну, почти. Автомобиль, а кто у нас такой позитивно мыслящий? Хотелось бы владеть... Да, на самом деле крутая клавиатура и мышь. Ну и кого же мы будем поздравлять? Та-да-да-дам. Третье место. Ди, отлично. По ветру на втором. И. Так, пожалуйста, вставайте, чтобы мы видели наших героев. И на сцену, на сцену, на сцену. Серж, это ты? По ветра. О, снова. И да. Снова с нами. И еще одна. Так, как это? Так. Приз шелкового. Блин, ну крутой. Молодец. Так, ребят, ну это круто. И вы так вот и расставьтесь, пожалуйста, да? Виолетта, лови момент. Лови момент. Герой на сцене. Ну что, ребят, призы от компании Godel Technologies. Лицензия JetBrains, лицензия JetBrains и главный приз, тот, который только что отгадали в 13-м вопросе. Супер, пожалуйста, дайте мне пожать торжественно наши руки. Да, а мне спросить, тяжело было? Да, вообще... как вообще? Впечатление? Нормально. Продолжаем в том же духе. Отличный квиз. Интересные вопросы. Вот. Было сложно. На немецком Грегору, пожалуйста. Ну, вообще, ребят, удалось узнать вот что-нибудь новое для себя? Then we gonna translate you, okay? Yes. So I just said, say in German to Gregor. He said, I don't know German. Okay, never mind. Said, okay, you're gonna tell him in bar. Okay, комментан. Ну, все было очень круто. Еще бы победил. Ну что, спасибо всем участникам. Еще, да.